Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Куда мы с вами едем? Мы едем к Жанне. Она сегодня пригласила меня в гости. Я вас беру с собой. Посмотрите ее украшения. Она сделает все, что обещала. Поехали. Слушайте, пришла на остановку. Такое ветрище, волосы срывает с головы. Шарф пришлось завязать на морской узел, потому что я его чуть не потеряла. Представляете? И снег пробрасывает такой крупинками. А утром дождь шел. Машина вот идет поливочная. Я отошла, чтобы не пострадать. Остановка помоет. Красота будет. Свежесть. Ух. Давай. Молодец. Сейчас пойду встану. Чистенько там будет. Солнце вроде выглянуло. С утра так было темно, пасмурно. Потом выглянуло солнце. Думаю, ну все, погода наладилась. Он нет. Снег пошел. Дождь опять пошел. Лариса здесь работает. Сегодня выходной, она дома. Ты контора. Набережная какая чистенькая. Все вылизано. Еще и дождичек прошел, пыли даже нет. Как шарики становятся. Остановка агентства Аэрофлота. Скоро уже приедем. Следующая остановка — улица Матросов. Район старый очень. Но Оксана с Жанной переехали в новый район. Там они прямо остановка на берегу Енисея. Жан прям почти на берегу. Как у Оксаны называется? Утиный плёс. По-моему, район, если я не ошибаюсь. Остановка Студенческая. Ну вот видите, кто-то сказал, что в Красноярске мало зелени. В новых микрорайонах зелени мало, а в старых, смотрите, сколько деревьев. Уважаемые пассажиры, не забывайте предъявлять кондуктору социальные и транспортные карты. Ну, черемуха расцвела. Ой, мама под окном, наверное, тоже. Все, я уже приехала. Осталось только дойти. Жилой комплекс Полтавский. Остановка называется. Тут и магазин у них Полтавский. Ну вот здесь, смотрите, здесь, конечно, зелени мало. Только построили дома. Такие вот былиночки. Тоненькие. От дороги огорожено вот таким забором. Ой, высотки какие. Нет, 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 такое я точно не хочу жить. Представляете, сколько в ней людей. Это дом Оксаны, вот этот. А Жанна где-то туда дальше.
Енисею. Продается много квартир. В этом доме он даже в окошках телефоны. Вот Оксанина квартира, студия. У нее большая она для студии. По-моему, она у нее 33 квадрата. 1 650 000. Кто-то мне спрашивал цены. Ну вот, это новый дом. Мы маме в старом квартиру купили. А Оксана купила в новом. По квадратам у них, по-моему, одинаково. Но единственное, что у мамы кухня отдельно. У Оксаны студия. Так, ну идем туда. Сейчас уточню адрес еще. Жанна мне написала. Знаете, как у Жанны называется улица? Ярыгинская набережная. Так вот. У нас дворец спорта имени Ивана Ярыгина. А набережная Ярыгинская. Куда я попала, вообще не пойму. Каменные джунгли. Смотрите. Ярыгинская набережная. Дома какие. Во-первых, они высокие очень. А во-вторых, они огромные. Смотрите, многоподъездные. Ой-ой-ой-ой-ой. Найди еще теперь этот дом. Еще от Енисея холодный ветер, ледяной, прямо холодно. Мне бы в пуховике было самое то. Очень холодно сегодня. Прям руки задубели. И что? И куда? Забор какой-то. Куда мне идти-то? Забрила. Вот это да! Ну, чистота, конечно. Чистенько. Ну, они, смотрите, прям дома-то какие. Вот что бы мне пойти по тротуару. Наверное, вот там где-то. Потому что... Не знаю, где этот дом. Вот тут еще пожарная часть. Предупреждение, спасение, помощь. Ну, правильно построили. Высотками надо рядом строить пожарную часть. Представляете, что творится? Еще строят какой-то вот теремок из квадратиков цветных. Нашла я этот дом. Он, оказывается, невысотный, вот такой 10-этажный. И что вы думаете? Посмотрите, я встретилась с Асей. Ася меня встретила. Подошла, говорит, меня смотрит ее мама. Так что маме, как зовут маму? Ольга. Оля, вам огромный привет. Спасибо, что смотрите меня. Очень приятно. Слушайте. Ой. Мне пришлось вернуться. Оказывается, на Карамзина 18 ушла. А мне даже и не 18 номер должен. Он уже 13. И он прям... Я ж была возле него. Так, не ошибиться бы еще раз. Так, вот какая тоже Карамзина. В батюшке. Страшно-то как. Каменные джунгли. Вы поглотили меня. Вот я вот этого зеленого забора испугалась, что здесь стройка. Оказывается, его не надо было бояться. Я практически была у цели. Я, представляете, я к этому дому прямо так и вышла сразу. Ой, ой, а теперь вот обходи. Давайте здесь пойдем. Здесь, наверное, можно же обогнуть. Вдоль набережной пойдем. Ой, ну ничего, мне полезно. Мне полезно пройтись. Ой, какой тут скверик. Ой, ну холодина сегодня вообще.
Ну, какой-то вот, наверное, вот из этих домов, я так понимаю. А это 13 или 15? Так, ну если это 15, значит, вот тут будет 13. Да, это 15. Ну, ничего, я так походила. Хорошо сегодня. Я всегда рада, когда мне удается долго походить. А если еще и быстро, а быстро ходить заставляет холод и ветер. Ой, какие дома. Ой-ой-ой. Ну вот, я же опять к этому пожарной части вышла. Посмотрите, вон она стоит прямо по курсу. Зачем я отсюда ушла? Ну ладно, с Асей зато познакомилась. Так, Ярыгинская набережная 13. Слушайте, ну прям Эмираты, не меньше. Важно. Носки свалились с ног. Бегаю быстро. Так, иду. Слушайте, еле нашла. Вообще. Ну, вот так вот с уголка. Кто это к нам? Это идиот. Жанна нарядная такая. А как же? Гости же пришли. Жанна, ну вот я наблудилась. Ну, наблудилась. Ой, Лена. Жанна, да, носки вот как обычно снялись с меня. А ну как же, ты эти не придела на них? Не на все намазала? Ну я сейчас зашла капроновые купила. Тапочки дать? Не, не надо, не надо. Ага. Мне Жанна разрешила поснимать, я вам покажу ее квартиру. Вот они купили вот это. У вас двухкомнатная даже? Здесь двушка. Да, двушка. Вот смотрите, вот это одна комната. Кошечка такая у нее, но не дотрога. Это да, не лютик. Да, она кусается. Не лютик, поэтому я она рисковать не буду. Она кусается и угу. Да? Не буду? Ой, не, какая она. Она даже рычать может, она ничего собачья. Себе. Собачьей породы. Да, собачья. Так, тут еще дом построят. Вот нет, это что? Садик строят. Это детский сад детский такой сад. Будет трехэтажный? Днем и ночью строят. Понятно. Ну, посмотри, что у нас есть. Смотри, какие нравятся. Так, я Жанне украшения привезла. Вот как она разбирает. Да. Смотри, как они любят. Снимать я их не стала, потому что, ну, вот эти вот просто, ну, переделала. Ну, Жанна любит такие, да. Да, Жанна любит такие цепочки, просто бусики. Просто вот простенько, да. Да, вот так она сейчас люблю. Такие да. Же цепочка, бусики. Да, ну, и там можно было и жить, и спать. Да. Да, браслетики. И три браслета переделаны были в комплекты. В комплекты, да. Да. О, смотрите, какая красота. Да, вот такие вот. Ну, Жанна сказала, что мне коротенький. Ну, Жанна классно? Вообще, да, раз, да. Закинула. Все застегивается. Главное, но... чтобы можно было в них и спать, и мыться. Я так мне нравится. Спать и мыться? Ну, да. Ну, Жан, нежелательно спать и мыться. Да ладно? Чем будет? В украшениях. СП. Красиво? Да. Не то слово. И там одно? И все получается из одного браслетика. Из одного браслета полностью да. Комплект, да. Из одного браслетика, раз, да. И все готово. И вот тот тяжелый был, было, да, тяжелый был такой крупный браслет, из него прямо такой большой вот получился. Вот это-то да. Украшение. Но он и был тяжелый, он тяжеленный прям был. Ну, теперь вот. Ну, а теперь тут красота. Да, поделила. Да, раз. Да. Хорошо. Бусины, Жан, вообще огромные такие, ну, классные. Это вот, да, три браслетика, да, Кнопа? Смотри, да, три из трех браслетов получилось три комплекта. Красота. И еще было четверо бус, из одних бус малахитов. Кстати, малахит, Жан, настоящий. Хороший, у тебя. Да? Ну, слава богу. Настоящий, я самый его покупала настоящий. В Петербурге, в каком-то музее. Да, ну, настоящий. Я там купила еще сережки с кольцом. И у меня такая проблема с сережкой, там оторвалась, камушек сломался. По центру круглые бусинки добавила, ну, свои красота. Крупные. Все, теперь вот такой. Теперь будет красиво. Ну, вот их в висячем состоянии, потому что бусины легкие, и чуть погнется. Смотри, тросик, и они будут как поломанные. Смотри, что я придумала. Давай, покажи. Я же ночь не спала. Посмотри, я крючочек приделала. Но у меня дома один был, вот поеду еще куплю. Mm-hmm. И вот сюда их, вот сюда напереть. Ну да, для бусиков. Они же, видишь, их надо в темноте же держать, их на свету нельзя. Ну да, многие вот. Выгорают, да. Аметист. И поэтому я вот так вот, так вот, так вот,
попал. Только так вот у нас будет красивенько. Вот ну вот, вот, теперь им место. Теперь да. Они точно у тебя тросик не сломаются. Пока здесь повисят, а потом вот схожу куплю. Угу. Ой, сколько красоты. Да. Да. Это все твои украшения? Да. Жанна, да. Ты это обещала, да, похвастаться? Да. Будем хвастаться? Давай. Ну, давай будем хвастаться. Частью. Частью. Потом вторую часть. Доча, ты что делаешь? А она да тоже девочка? Ну, девочка, нельзя, это мое. Видишь, зацеплила ту красоту. Садись, Леночка. Жанна, это у тебя из чего? Из ракушек или из чего? Картина? Ну, это из ракушек, наверное, да. Это мне подарок, это мне подарили. Две картины, вот вторая вот там на той стене еще покажу. Смотрится. Это мне по наследству досталось, так скажем. Угу. Водичка, прям так все. Сделано, а натурально. Да, ну, две картины, вот и та в таком же стиле, посмотри, такая же закушечек. Угу. Скалы такие. Ну, лезь к вопу, это мое. Ну, потом найду место, куда я красиво сложить. Это Жанны есть? Дочка, Ксенька. Да, это еще на школе училась. Путешественница великая. Ну, приехала, приехала. Приехали, да? Да. А Жанна учитель, кто не знает, учитель математики, он расписание составляет. Да. Слушай, ну у тебя хорошо тут возле окошечка? Да, мне стоит. Очень здесь удобно. Вот тут. То есть вы поделили, одна твоя комната, одна мамина, да? Да, это вот моя, пойдем мамину сходить. Ну давай. Сейчас уже квартиру уже покажу. Жанна подстриглась совсем коротко, да? Да. Так решила под молодецом, тебе хорошо? Красавица. Это вот мамина. Угу. Вот это вот тоже мне... Сними картину, может быть. Меня тоже, может, смотри, не знаю. Особенно смотри автора, видишь, Мелехова. Мелехова. Это Людмила Сергеевна. Работала на школе учителем ИЗУ. Угу. А картина мне досталась через десятые руки. Да ты что? Это, получается, Левина мама. У нее муж, она вышла замуж. Угу. И вот у него, его мамы, она умерла, и в наследство достались картины. И вот она мне подарила три картины. Ничего вот себе. Те две, те мы не знаем, что там не написано. А здесь подписано Людмила Сергеевна. Угу. Она у нас ИЗО вела в школе. То есть я ее лично знаю, представляешь? То есть ты она... получила картину, и только потом ты вот эту вот надпись увидела. Да, да, ты не знала даже, и еще маленькая картина у Оксаны. То есть Оксана выпросила маленькую у Марины. Там тоже Людмила Сергеевна, представляешь? И мы такие довольны вообще с ней. Она прям маме хорошо подошла. А это гобелен, да? А это гобелен, это мне давно Оксана покупала. Угу. Но немножко неправильно висят, потому что мы не можем здесь... Ну, еще не расставили, да. Недавно переехали, да, тут, поэтому. Тут у меня как шкаф еще... такой. А, это шкаф из той квартиры, да? Нет, новый построили. Новый построили. Нет, в той квартире мы оставили. Слушай, балкончик какой уютненький. И тут тепло. Да. Ну, так относительно, да. Слушай, классный такой. Красивый, да, смотри, Жан, обалдеть. Очень красиво. Только вот сейчас построят здесь, если вот нет, такое. Нет, здесь ничего строить не будут. Не будут? Здесь будет детский сад и, скорее всего, место для отдыха. А, или ну, парковка. Дай бог, чтобы дома-то так было. Дома-то здесь точно не будет. Потому что, ну, представь, как они дом построят. Они же пойти к садику его не построят. Ну, наверное, нельзя. Я думаю, нет, дома здесь не должно быть. Все равно территории. А, ну вот для территории нет, территория есть садика место. Будет. Я думаю, что она может быть, ну, где-то до половинки. А здесь можно сделать место, ну, отдыха. Парк бы какой-нибудь у нас сделали, да? Вот через дом туда, через два, здесь большая зона отдыха сделана. Угу. То есть там разбили лавочки такие красиво, сделали типа парка. Ну, вот, прям водичка, да, тут рядом. Да, у нас очень красиво здесь. Набережная, да, выходишь и гуляешь. Да, гуляют. Жанна, мама очень классно. Любит. Мама у меня ходит на ту сторону, она вот так по набережной вокруг делает круг, вот так гуляет. Угу. И там вот можно на рыбзавод там. Ну, где вот насыпь, видишь, там далеки, там рыбзавод, рыбу живую продают. Вот, и она вот так вокруг ходит. То есть рыба. Можно прямо прийти и рыбу, да, купить? Да, да. Ты чем? Живая рыба, там вот эти вот, ну как он, рыбзавод. Они там ее выращивают, да? Вкусненько, хорошо, цветочки красивенькие. Да. Лилии прям зацвели, да, красота. Гай. Вот месяц всего как назад посадила. Отлично. Вчера купила еще две новых, посадила. Думаю, у тебя цветут, будут новенькие. Это я люблю. Жанна, балкон вообще классный. Да. Огромный, папа целая комната. Папа положил здесь, хорошее деревянное сделал. Да, пол теперь будет тепленький. Шкаф вот мы поставили. Его почти не видно для хлама. Смотри, для обуви.
обуви. Ой, сколько обуви. Ой-ой-ой. Мы его какая Жанна Сланцы блестящий. Ну вы с Оксаной это у той полотенце руки, ноги. Нет, полотенце у нее уже не подписано. Не подписано. У вас все по коробочкам. Молодцы. У вас порядок всегда. Молодцы. Это семейная. Ванну зайди, посмотри, красиво мои. Сегодня мастер опять идет мне вот эту новую штучку мы будем ставить. Это вы модель. Кафель уже сами, да, клеили? Да, это сами все. Ну, она же была вообще, был унитаз. Угу. То был, есть черновая была, унитаз, да? Да, унитаз и раковина на кухне, все. Остальное все голые стены были, это все сами. Все подобрано. Это мы с Оксаной пошли в магазин убирать кафель, как увидели эти тюльпаны. Угу. Я говорю, будем только эти покупать. Ну все, и вот. Угу. Вот так тюльпанчики захотели. Ну да, свеженько, так хорошо. Удобненько. Жан, спасибо за экскурсию. Мне нравится квартирка, хорошенькая. Нет, я прям не влюблена. Она, во-первых, светлая. Из коридора получается. Тут свет можно не включать целый день. Да. Вот просто не включать. На кухню зайди. На кухне, правда, ничего нового. Кухарик. Тот же старенький перевезли с собой, но переделали. На мастер его переделал. Под эту квартиру на столешницу заменили печку. Угу. И вот шкаф он тут самый левый достроили. А кухня сколько квадратов? 9? Ну да, наверное, 9. Вот, 9 как или моя 10. Примерно. Она... Угу. Большая. Большая. Угу. Не маленькая. Не маленькая. Ну, не маленькая. Я сначала нравится. Сильно переживала, мне та квартира ваша так нравилась. Но теперь нет, смотрю и думаю, что и зря я переживала. Очень много плюсов, очень. Потому что она, во-первых, светлая, во-вторых, она теплая. Mm-hmm. То есть у нас очень тепло, мы вот эти морозы вообще не мерзли. А батареи вот они еле живенькие там греют, но они как бы вот не холодят. Mm-hmm. Так что вот так вот мы обжились. Да. Жанну подпустила. Ага. Нет, видишь, даться сейчас внутри. Ей, видишь, она прям, ей не надо, например, мне моду, если снять, у нее прям злая такая, что ты меня трогаешь. За что ты меня? Посмотри, знаешь, в камеру, познакомься звезда. Со зрителями. Сейчас скажи, я вам звезда. Вот видишь, она какая свинерная. Да. Ее только, знаешь, как можно? Вот так вот. Вот так вот ее можно. Вот так вот только ее можно. Вот так взять. Вот так. И то, видишь, что делает? Видишь, что делает? Ты смотри. Видишь, что делает? Это вот ей так не нравится. И когтями задними да, вцепилась. Да. Ну вообще, наш это когти не упускает. Злыдня. Это же злыдня. Ее только вот так вот можно. Вот тиска. Вот так ее можно только тискать. Эту жопу такую. Вот сейчас она вот такая, да, сейчас она так ее все перейдет. Сейчас ее перейдет. Вот так тебе надо мстить сейчас. Ты да чего нет? А ты видишь, что делает? Видишь, что больно кусается? Нет. Нет. Я ж не разрешаю ее больно. Злая какая. Вот такая вот. Что такая кулема? Зато в туалет со мной. В туалет захочет, ходит, мявкает, пойдем, надо, потому что ей надо сразу вымыть. Угу. Она же чистюля у нас патологическая. Ну, видно, она белоснежная но. Прямо. И кормлю только я. Мама кормит, когда уж меня долго совсем нет. А так это вот я пришла, надо сразу к чашке бежать. Но все равно ее вот сюда накормить. Ее манит, сюда ей охота. Не, ну как, ей, люди же пришли. Да, ей надо здесь быть, но в то же время не прикасайтесь. Я целый день дома, она вокруг меня ходит. Чужим, давай, хвастайся. Ну, я не знаю, что тут особо хвастаться-то нечем. Ну, ничего, ну, конечно, тут вообще ничего нет практически. Ничего тут нет. Ничего себе. Вот так вот, пылостенько. Что, вам рассказывать сюда надо? Ну, давай, покажи бусики. Вот это бусики. Это я покупала. Из цепочек, да? Из цепочек, да. Это на Пхукете. Ну, иногда одеваю, но она очень тяжелая. Ну, да, из цепочек, конечно. Это давнишняя штука лежит. Но я ее люблю. Поэтому не выкидываю. Угу. Я много чего не выкидываю. Вот это вообще раритетные бусы, это еще маминой молодости. Это маме дарил ее брат. На 8 мая на какой-то. И вот они мне одно время, я их прям часто носила, вот они такие какие-то интересные. Угу. Вот. Лежат, не выкидываю иногда. Пододеваю иногда, мне нравится. Угу. У меня где-то сережки даже вот такие есть. Специально гвоздики покупала. Угу. Это не помню даже откуда, это откуда-то с югов, деревянные. Угу. Я же, видишь, вот так люблю, вот так вот. Да, вот да, я знаю, коротенькие бусики да. Носишь. Это Марина дарила красотульки такие, не знаю, это, по-моему, чешское стекло, вот это красивое, это прибрашки. Угу.
Они тоже достаточно тяжелые, но красивые, очень. Они там все переливаются. Я их на Новый год люблю одевать. Угу. Они, мне кажется, такие новогодние. Да, и сочетание цветов красивые. Красивые очень. Угу. То есть их вот каждый день одевать не оденешь. Угу. Полностью комплект это. Левина мама мне дарила. Я всем забываю, как называется. Заловка, свекровка. Левина мама. Так. Лёва – это муж Ксюши. Муж Ксюши. Дочь. Ксюша – дочь Жанны. А мама Лёвы – это кто? Свекровка? Нет. Нет, тебе она нет. А кто она? Мам! Слушай, у меня падает. Я все не забываю. Как... Ну, короче, своячница. Своячница, да? Короче, да. Мы с ней очень дружим, хорошо. Это она мне дарила. Это у меня тоже давнишнее. Это вот я... Когда-то ездили мы очень часто с дочей на Черное море. Угу. С 5 лет я ее возила на море, потому что ей сказали, у нее что-то было с горлом. Сказали, возите ее йодом дышать. Угу. И вот это вот из какой-то поездки, из очередной, я оттуда привезла. Тоже вот мне нравится, такие ни о чем. А это... Да я у Ксюшки спела. Сейчас она увидит. Она не смотрит. Кстати, оторвалась ниточка. О, я вспомнила, что их надо отложить, в ремонт отдать. Ну, их переделывать полностью, потому что не посадишь уже замочек. Совсем, да. Вот это тоже с каких-то югов, вот точно помню. Вот, что с Крыма лицы, в Патои. Тоже они, видишь, какие интересненькие. Угу. Но тоже тяжеловатые, я редко ношу. Как-то вот раньше мне нравилось, я их прям не снимала одно время. Сейчас вот в последнее время давно уже не одевала. Лежат. Угу. Красотульки. Это тоже я не помню, откуда-то кто-то мне дарил, кто, не помню. Причем в разное время оказалось, что они, видишь, немножко похожи. Угу. Ну, это просто, мне кажется, камни какие-то. Это не камни, это скорее всего полимерная глина. Ну, что-то, да, такое, даже не знаю, что это. Это вот Леночка делала. Да, это Жанна брала у меня на лето. Что-то... Это льняное платье, ношу с льняным платьем, это... Угу. Прям вот слингобусы красиво, вот такие, это крючком я очень вязала ее. Я прям их летом не снимаю. Когда в солнце стараюсь не одевать, боюсь, выгорит. Mm-hmm. Вот так вот вечерочком прям на льняное платье, сказка просто. Вот опять неправильно положила, видишь, у меня тут тесненько так. Mm-hmm. Смотри сюда. Они поэтому лежат в дальнем ящичке, что лето еще не наступило. Жанна, ну да, украшение, если это только часть, то надо сериал снимать. Сериал целый, да. Так, ну дальше идем. Это тоже Леночка мне делала. Слушай, сколько у тебя... Очень бус... много. Это, твоих, Лена, это очень много. Это какие-то одни из первых мои бусы, которые я делала. Вот. Это тоже на лето. Это тоже у меня было белое льняное платье. Угу. Вот я с ним носила очень красиво. Это тоже летом одеваю. Красивенькие. Такие они прям весна. Надо одеть на работу, почувствовать весну. Это у меня очень давнишние бусы. Это одни из первых бус, которые я покупала. Не поняла. А, это Сережка зацепилась. Сама покупала еще в институте, когда училась. Первые бусы, этот магазин «Кристалл» назывался. Я даже помню, где взяла. Вот, но Леночка мне их переделала, потому что они были немножко по-другому сделаны. Лена мне сделала из них комплект. Ну да, они такие кривенькие, как рубка. Да. Раухтопас. Вот Лена мне сделала из одних букв комплектик. Вот. Угу. Раухтопас. Это тоже у меня тут лежит. Это тоже Лена мне делала. Угу. Да, просто на сапочки. Ей нравится. Как ей нравится. Она бы поиграла. Кто бы ей дал. Да. А вот это же тоже раухтопас, по-моему. Да. Ну, вот я помню, что... Я не за их положила, видите, у меня тут это все еще. Все по... По цветам почти еще. Я сейчас стараюсь по цветам положить, мне так удобнее на работу собираться. Mm-hmm. Я же одеваюсь, а если так... Я помню, где у меня что лежит. Mm-hmm. Так. Вот это у меня, не знаю, как это называется, камень. Это агат тонированный. Наверное. Ну что, Лена их переделала. Mm-hmm. Это мне Ксюша привозила из путешествия. Ой, даже не знаю, откуда они, где много, где было, не помню, откуда. Но Лена их переделала, чтобы они у меня... Они были просто на ниточках, насколько я помню. Не, вот эти мы не переделывали. Мы браслет переделали. Да? Да, бусы еще живые, они на ниточках, видишь? Mm-hmm. Я их не стала переделывать, а вот... Ну, пусть пока живые. Да, из браслетика вот
Сережки, вот я тоже не помню, были они или нет. Ну, не помню. Наверное, были. Это, наверное, не я делала. Не знаю. Ну, вот браслет точно Лена переделала, угу. Потому что он был на какой-то дурацкой веревочке. Вот. Красивенные. Вот эти штучки я тоже привозила. Я, как сейчас помню, это с Евпатории мы ездили. А ребятишек возила уже, когда в школе. Ксюшка в школе училась, в классе в пятом. Я детей на лето возила в санаторий. Угу. Ой, пионерский лагерь. Это который... из бисера? Это из бисера, да. Ничего себе, такие галстуки. Я не смогла их выбрать и выбрала две, потому что зеленая это моя любовь, как я. А черная это ко всему. Да. И это вообще, вот я их вот просто вот сказать не ношу, это ничего не сказать, я их ношу. То есть они вот заношенные. Я их очень люблю. Ну, они интересные. Прям, да, они прям такие вот стильные, они, не знаю, мне очень нравятся, на любую одежду. Красота. Я что-то как-то их сложила, что они не входят. Так, дальше пошли. Так, это у нас тут жемчуга. Это мне Леночка переделывала красивый комплектик. А бусы я покупала, обычные были бусы. Вот это мне из родителей кто-то дарил. Выпуск, который Ксюша где училась у меня в классе. На 8 марта мне дарили, я ее не стала переделать, она пока мне нравится. Угу. Он такой персиковый. Ага. Вот это тоже. Тоже мне дарили. Тоже кто-то из родителей. Угу. Тоже не переделывала еще, да. Вот как-то вот у меня так. Угу. А вот это бусы я переделала, это мне Ксюша привозила. Тоже с какой-то поездки. Из Таиланда, да, наверное. Они были очень длинные. Угу. Ну, вот такие вот прям длиннючие. Угу. И мы сделали два комплекта. Лена сделала два комплекта. Угу. Один я Ксюше отдала, один себе взяла. Угу. Вот. Это мы с Оксаной заказывали. К жемчугам. Угу. Красная песня. Да? Да. Через интернет заказывали. Через интернет. Ага, откопали. Ну, красивенько такое. Угу. Это... Лена делала комплектику. То их иногда. То те, то эти. Угу. И я вот люблю, вот у меня бусики, видишь, часто, кстати, лежат с сережками, с кольцами. Ну, чтобы достала, чтобы уже удобно знаешь, было, да. У меня же все сразу, раз. Угу. Ты любишь бусики, да? Да, она все любит. Все любит. Ты любишь. Все, отобрала. А больше оно ей не надо. Нет, она сейчас их попробует потаскать. Сейчас потащит еще. Поиграть, она их попробует. Не поносить, так хоть потаскать. Вот эти зелененькие. Тетя Галя тоже любительница бус, у нее своя шкатулка. Конечно. Она тоже любит. С молоду-то они носили. Ну вот эти вот единолис тоже. Они легонькие, я не знаю, пластмасса какая-то. А вот это вот, наверное, замок от нее. Ну, скидывай. Лена там новое что-нибудь потом поставит. Ну, замки нормальные. Конечно, нормальные. Вот это еще. А это откуда-то бусинка какая-то еще оторвалась.